идеальный подарок. Мой подарок на день рождения? Он великолепен, хотя немного грязный. Теперь я! Нет, я! Ты после меня! С днем рождения, Кэнди! А где мороженое для Кэнди? С днем рождения, Кэнди! Вкуснятина! Спасибо, Саша! И вот еще! А? Два подарка! Ты такая щедрая! А еще есть фрисби, юбка, кубик и таймер! Берегись! Сейчас все рухнет! Вот это потрясение! Хотя бы кексик мне достался! Саша, ты вечно даришь так много! Обожаю дарить подарки! Все, довольно! На следующий день рождения каждый подарит только один подарок, сделанный лично. Своими руками? Но можно хотя бы что-нибудь? Чей день рождения следующий? Мой! 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 Кто придумал вырыть здесь яму? Я постоянно в нее падаю. Идеальный подарок для Дрими! Будильник, ксилофон, мороженое караоке, робот с зонтиком... Есть вообще какой-нибудь подарок, который я смогу сделать сама? Пойдем-ка на гору фэнтези. Тина, нужна твоя помощь! Кто вырыл эту яму? Подарок своими руками? В этом самая суть. Я увижу его, не успеешь глазом моргнуть. Ой! Магический шар работает только от Wi-Fi? Что-нибудь видно? Чуточку терпения. Ожидаю подключения. Вот это падение! Шар больше не посетит озарение. Прости, Саша, я домой. Крайние трудности, крайнее решение. Сначала убедимся, что Дрими нет дома, используя профессиональную шпионскую тактику. Почтальон! Похоже, дома ее нет. Поищем здесь подсказки, что может быть для нее идеальным подарком. Единороги! Это как приделать большой рог тебе. Кто открыл мой блокнот? Надеюсь, просто ветер. Но на всякий случай давай осмотрим дом. Ты что-нибудь нашла, Рим? Должно быть, это ветер. Снаружи я тоже никого не заметила. Ты куда? Больше не получишь мороженого. А ну иди спать. Картинки, картинки. О, картинки с единорогами. Какие милые. Эй, кто там? Точно не получишь больше мороженого. Наконец-то! Мы выяснили! Нарисуем прекрасного единорога! Этот подарок я могу сделать сама! Как же я устала от магических шаров, самодельных подарков! Особенно от этой ямы! Шай, принеси мне лопатку! Покончим с этим раз и навсегда! А потом будем рисовать! Раскрой пошире уши, распахни души дверцу. За деньги не купишь то, что идет от сердца. От меня тебе за то, что ты есть. Дарю тебе свой рэп, рада его прочесть. Чики-чики-чики. Ух ты, какой необычный подарок. Спасибо. Остался только подарок от Саши. Саша? Я хотела нарисовать для тебя чудесного единорога, но уснула. Ничего, главное, что ты пришла ко мне. Осторожно, яма! Эй, это ты засыпала жуткую яму? Это не важно. Благодаря тебе я не свалилась в нее снова. Идеальный день рождения. Твой подарок прекрасен. Правда? Magic Tears! Ура! Сделала такой.